Смотрите, сейчас тут местный тюрьмы в ожидании суда. Надо сказать парням, что теперь они свободны. Идем! Не так быстро! Они никуда не пойдут. Что за дела, Мейбл? Злобного продюсера больше нет! Мы должны сказать парням! Погодите, девочки, давайте не будем торопиться. В смысле, только подумайте, если мы не скажем парням, они смогут остаться здесь со мной, то есть с нами. Мейбл, мы не можем держать их здесь вечно. Но я люблю их. Если ты любишь их, ты отпустишь их. Никогда! Все парни, в которых я влюблялась этим летом, бросали меня. И я не позволю случиться этому снова. Кэнди, мы должны пройти через Мейбл. Она просто двинулась. Мальчики! Кэнди, в атаку! Пацаны, Эдмон Бэтмен в тюряке! Вы были лучше с вашим продюсером! Вот! Позвони мне, Дип Крис, 2013! Спасибо, мальчики! А теперь все на борт поезда косичек! Обстановка накаляется! Из одного рота можно... Да-да-да, и слюна, главное, такая упала. Главное, не обращай внимания. А слюна в суши упала? Ну не в суши, но так... Ты выгнала этих лагунишек, коротышек, выгнала их всех. И я начинаю чувствовать себя виноватой. Девка была в порядке, укладывала нас в постельку, держала вентилятор, когда мы поем, развлекала меня ниточкой, гладила мятую одежду, жевала для нас еду. Он был злобный, коварный, безумный, а ты подарила нам ожерелье из конфет. Ну что, девка, с другим ребятам мы не поверим, но мы... Придерживаешь это на себя тянешь? Что придерживаешь? Робби, как ты это объяснишь? Детка, я клянусь, я ничего не знаю, никаких посланий. Да и вообще, ты во враг. И вдруг оказывается, что ты плохой. Нет, это моя вина. Я не должен был влезать.